Овен, в этот выходной неплохо было бы вспомнить о друзьях. Вполне возможно, что кто-то из них предложит вам свою помощь в важном для вас деле, либо неожиданно натолкнет на блестящую мысль. Телец. Сегодня главное не суетиться и не накручивать себя. Если что-то в делах или на работе пойдет не так, утешьтесь тем, что как бы все ни сложилось, это ведь не последний день вашей жизни. Близнецы. Похоже, сегодня вам придется усиленно заниматься чужими делами, подчас полностью взяв на себя проблемы своих близких и друзей. Но вас это ничуть не измотает и не огорчит. Напротив, большинство из вас делает это с удовольствием. Рак. Несмотря на то, что дела сегодня у многих раков пойдут живенько и неплохо станут складываться отношения, вы все же не застрахованы от неожиданностей. Поэтому постарайтесь ограничиться риском минимальных размеров. Особенно это относится к родившимся у границ знака. Лев. Похоже, в этот выходной день августовским львам придется потратить немало сил, времени и нервов на словно выросшие из-под земли проблемы, с которыми обязательно следует разобраться. Девам. Уже с утра порыв переделать массу дел за этот выходной день улетучится, и ваше внимание переключится на окружающих. Им, похоже, вы станете к ним вдруг излишне привередливы. Весы. День благоприятный и для многих весьма продуктивный. Вашего завидного энтузиазма и неиссякаемой энергии с избытком хватит на осуществление всех намеченных замыслов. Скорпион. Сегодня на скорпионов конца знака навалится масса чужих проблем. Причем некоторые из них потребуют немедленного разрешения. И для вас же будет лучше, если вы не пустите их на самотек. Стрелец. Вряд ли сегодня вы станете задумываться о работе, поскольку личная жизнь не оставит вам на это даже минуты времени. Козерог. День вообще-то неплохой, если не считать, что у многих козерогов возрастет склонность к крупным тратам. Поэтому на всякий случай избегайте перерасхода бюджета. Водолей. Вам следует сегодня отдохнуть и предаться безделью. Можно обсудить планы или помечтать, например, о том, куда бы вам хотелось отправиться предстоящим летом. Результат может превзойти все ожидания, ведь сейчас действует период, когда закладываются установки на будущее. Рыбы. Несмотря на то, что дела сегодня у многих рыб пойдут живенько и неплохо станут складываться отношения, вы все же не застрахованы от неожиданностей, поэтому постарайтесь ограничиться риском минимальных размеров.